Подводя итоги первого дня соревнований, можно с уверенностью сказать, что он сложился для наших спортсменов удачно. Шестеро саблистов, которые начали участие в турнире с самого пула, продолжат борьбу завтра в числе 64 сильнейших. Плюс к ним прибавятся 4 наших сеянных: Вениамин Решетников, Алексей Ковалев, Камиль Ибрагимов и Николай Ковалев. Все наши спортсмены выступили хорошо. Отдельно хочется отметить Дмитрия Даниленко. Дебютный турнир для молодого спортсмена складывается очень хорошо. Завтра нас ждут отборы среди женщин, мужской финал, борьба, накал, жара. Увидимся завтра.